Ну, на самом деле, действительно, за вот эти вот два месяца или полтора, которые прошли, сделано достаточно много. И... Не, можно повернуть? Да пусть висит вот. Потому что, ну, первое, действительно, то, с чем мы все сталкиваемся, это сталкиваемся мы действительно с бухучетом. Это головная боль практически у всех, вот, кого не возьми. И кто, если его для себя решил, ну, конечно, молодец, и это только как уникальный случай какой-то. Вот, поэтому, конечно, то, что было проделано непосредственно Фингарантом, вызывает огромное уважение, это очень большая работа. То, что действительно еще работать и создавать много-много-много, и, как сказал Рустам, одним, это сложно. Почему? Потому что одно начинает цеплять другое. Бессмысленно создавать ряд отдельных продуктов, когда они могут быть одномоментно сразу интегрированы в одном месте и просто дальше поставляться определенными модулями. Из того предложения, которое, кто был на конференции Союза потребительских обществ в декабре, собственно, и собралась инициативная группа, которая, в общем-то, и создала потребительское общество, РПО СОВ. На текущий момент документы находятся на регистрации. Принято было решение изначально, что вступают туда не физические лица, а именно потребительские общества, потому что таким образом мы сможем реализовать вот те задачи, которые как бы вот было в предыдущий кадр написано, и так далее, потому что мы будем находиться все в одном и том же правом поле. Извините, пожалуйста, у нас снимать не надо пока, хорошо? Да, пожалуйста. Вот. Присаживайтесь, конечно. То, что это общество, у него очень много задач, это понятно. Но, конечно, решать его надо совместно. Потому что у каждого появляются свои идеи, свои решения. И, по сути дела, занимаясь всего лишь навсего, ну, условно, всего лишь навсего, такой маленькой задачей, как бухгалтерский учет, мы начали приходить к тому, что все равно мы все сталкиваемся с тем, что всем нужны услуги именно в IT-сфере. Неважно, касается ли это создания сайта, касается ли это создания продукта. То есть поэтому создаваемое потребительское общество РПО Софт, оно на самом деле призвано решать большие задачи. Потому что работать с программистами, те, кто работал, они знают, что это как практически не с маленьким ребенком, с большим ребенком очень дорого, сложно, много нюансов всевозможных возникает, и непонятно, что ты в конце концов получаешь. Вот, поэтому, конечно, такими вещами должны заниматься специализированные организации. И в данном случае, как нам видится, именно эти функции мы хотели бы передать вновь создаваемому РПО софту, то есть чтобы занимался. Потому что тогда для всех это будет дешевле. Проще иметь постоянный штат программистов, которые находятся на оплате. Опять-таки, применяя тот принцип кооперации, который лежит во главе всего, когда все объединяется, все получается для всех значительно дешевле. И не надо биться. Потому что, по сути дела, все решают практически одни и те же задачи, в конце концов. Вот. Ну, собственно говоря, у меня все по этому вопросу. Если... Предложение в чем заключается? Предложение, то есть мы открыты. Пожалуйста, вы можете вступать в потребительское общество РПО Софт, кому это интересно, кто заинтересован. Условия вступления, ну, я думаю, как бы отдельно можно оговаривать, то есть на текущий момент мы еще не прописали, регистрация закончится, потому что в целях упрощения процедуры регистрацию мы провели на физических лиц. Сейчас получим документ, физических лиц мы выводим и вводим в потребительские общества, потому что, ну, как пальчиков, проще их вести и дальше работать. То есть с точки зрения организационного процесса такой путь, он более простым. Оказалось, мы его, собственно, реализовали. Ну и, грубо говоря, сотрудничество мы готовы сейчас обсуждать, желающих. Вот. А реально работа общества будет, я думаю, уже где-то в первых числах марта. Располагаться она будет по этому адресу. Да, пожалуйста. Суставом, где можно ознакомиться? Суставом сейчас зарегистрируем, мы вывесим. Мы сразу сайт создаем под него. Под это общество будет вывешено в интернете, и можно будет ознакомиться. Да? Вы говорили, что бухгалтерское общество, но
Включен. Он автоматически давает. Ну, да, не, просто опять же, почему потом? Не-не-не-не, мы взяли, почему пошли? Мы берем базовую всю конфигурацию, соответственно, там есть полностью все налогообложение. Да. Это одна из причин была. Соответственно, НДФЛ мы туда вытягиваем. Если вот будет возникать даже вопрос там прибыли или единого налога на упрощенке. Что-что? Да, работает. Если вам нужно, вы можете это все вытянуть, да? Но вытягиваешь. Все, что нужно, вы будете вытягивать. Да, мало того, значит, чтобы мы понимали одну вещь, то есть, так как мы понимаем, что продукт он новый, мы сейчас его запускаем и совместно начинаем его использовать, я прекрасно понимаю, что ну, там могут вылезти какие-то вопросы, моменты, пожелания, может быть, мы что-то не учли, я вполне этот вопрос допускаю. Поэтому, соответственно, мы будем очень рады и благодарны, если вот все, кто будет этим софтом пользоваться, мы даем официально там доступ там, программистам, то, что нужно, вы пишите запросы. Если мы видим, что это проблема или какой-то недочет, он вообще исправляется, вы за это ничего не платите. Если понимаешь, что какой-то отдельный свой блок там, управленческого учета, мы его обсуждаем отдельно. То есть можем его реализовать, можем ли там интеграцию будем делать, это все как бы обсуждаемо. Мало того, то есть опять же совместное использование софта, то есть проблема НДФЛ, она есть у всех. Он не, это как бы основной налог, который, да. На который попадает потребительское общество, ну кроме, если кто-то там ведет коммерческую деятельность еще там на 6%, либо на 15%, так это НДФЛ. Естественно, он всех интересует. Мало того, там есть варианты, вот опять же, как не запрос на обсуждение, в каких случаях можно обойтись одним НДФЛ, а где нужно все-таки платить полностью, если налоги по зарплате, то есть там все зарплатные налоги есть. Так. А вот с точки зрения как бы, подарков и всяких таких рекламных промоушенов, да, то есть вот как организовано это первый вопрос. Ну, то есть там по аналитике, по условиям договора, да. И второй вопрос, очень важный, например, для меня, вот степень защищенности. То есть логин и пароль это понятно. Облако для меня вот как-то вот, да, вот софт. Ну, я вам объясняю, что как бы. Как любая система, которая находится на внешнем сервере, вы на самом внешнем сервере доступ не имеет никто, кроме там, наших администраторов и программистов. Вы туда просто не зайдете физически никак, он закрыт полностью для всего внешнего мира. То есть, и, мало того, каждое общество имеет доступ к своему разделу. То есть вы не видите, допустим, если общество есть один, общество два, вы друг друга не видите, вы не пересекаетесь никак. Вам выдается пароль. Соответственно, с логин и пароль. Вы можете заводить еще несколько пользователей, сколько вам будет там потребность. Вот. И безопасность заключается в том, что вам не нужно свои пароли никому передавать. Если вы их передали, то вашу информацию посмотрят. Не передали, ее не посмотрят. Мы со своей стороны вам единственное, что гарантируем, что вне никто его атаковать не будет. Он находится на внешнем сервере. Данные мы копируем по необходимости. Даже если что-то там упадет, это наша проблема, мы будем все реанимировать. То есть, ну, на сегодняшний день бэкап организован таким образом, так это бухгалтерия, пока в тестовом режиме мы все это делаем. То есть мы копируем базу каждый день. Вот день отработали, мы ее копируем. То есть, поэтому даже, к примеру, там что-то там упадет или навернется, максимум это один день мы все восстановим. Еще проблем не будет. Да. Там все есть. Это еще раз говорю, это последняя полноценная версия бухгалтерии. Там вы просто прописываете, и все это все настраивается. То есть мало того, мы ничего не убирали, мы только добавили. Все, что есть стандартная конфигурация, вы здесь получаете. Именно бухгалтерию. Бухгалтерия 3.0. То есть, насколько я поняла, то есть платформа, она стандартная. То есть стандартная конфигурация. Все, что касается договора и прочих, там, вот этого раздела, это внешняя у нас обработка, правильно? Нет, это интегрировано в конфигурацию. Это блок, который был дописан. Что? Она же получается не типовая. Это наша проблема обновления. Мы накатываем обновление, сравниваем, что мы изменили, что нет, сохраняем какие-то куски, потом проверяем. Это наш вопрос. Ну, грубо говоря, сама 1С, та, которая стандартная, она будет обновляться так же, как и обновляется. Нет, еще раз говорю, вот смотрите, вот вы берете конфигурацию, она идет объединенная. Часть блоков, они вообще как бы, ну, все, что мы написано в отдельных модулях. Если мы какие-то даже документы или справочники меняем, мы их либо делаем через добавление реквизитов, что не влияет на систему, либо если мы меняем, при любом обновлении мы берем это все руками и проверяем. В любом случае мы прекрасно понимаем, что отчетность не только вам сдавать надо, нам мы сами эту систему будем ей пользоваться. Но чтобы не прийти к той ситуации, что да, обновление произошло, и не надо сравнить базу, чтобы этого не делать.
не придется делать. Потому что это как раз и решается вопрос одномоментно. Ну, смотрите. Вы все время пользуетесь, и голова ни у кого не болела. Произошли изменения, не произошли изменения. То есть... Ну, смотрите, остатки у вас пропойдут, потому что реально остатки-то мы не трогаем. Правочники тоже никто не трогает концептуально. Только, ну, есть проблема в другом. Если 1С меняет концептуальные вещи, что-то, ну, как бы мы меняем это. Но 1С тоже есть своя методика. Если у них этот справочник был, они могут, например, написать, что дальше он не используется, используйте такой-то справочник, но старый не в системе оставляет, никто его обычно не удаляет никуда. Либо они его переносят, там, если придет механизм переноса данных. В любом случае, и скажем так, если даже завтра возникнет ситуация, что, например, что-то у вас пропало, к примеру, ну, вот, во-первых, есть архив, во-вторых, вы нам звоните, вы понимаете, проблема не только у вас будет, проблема будет у всех у нас, так как конфигурация у нас одна, мы смотрим, видим, что да, действительно, мы вам выражаем личную благодарность за то, что вы это нашли. Да, за бдительность, и все вместе исправляем ошибку. Просто когда у вас конфигурация, ну, вы купили эту торговлю, допилили ее под себя, завтра вышло обновление, таких допиленных конфигураций, понимаете, есть тысячи. И все начинают допиливать, у всех свои ошибки. Здесь, как бы за счет того, что информационная конфигурация она одна, мы почему и не хотим ее продавать? Мало того, что это будет очень дорого, реально дорого, потому что себестоимость разработки сумасшедшая, даже на сегодняшний день. Вторая проблема, то что в этом случае, получив 20 разных баз, потом обновление это будет, ну, это каждому офисно будет решать отдельно. А так мы это решаем вместе. И это, поэтому, соответственно, все равно всем будет, ну, дешевле. Скажите, обновление бесплатно получается? В рамках пакета, который вы используете, да, то есть вы дополнительно ничего за это не платите. Таким образом вы привязываете каждого к разработчику, правильно? Мы таким образом вас ни к чему не привязываем. Если вам не нравится, вы заходите... Те, кто вступил, да, в общество. И участвует в обществе. Во-первых, это... Поэтому посторонник у нас там просто... Это, во-первых, это... не тепловая в любом случае. Еще раз говорю. Вы, эта система является собственностью общества. Нового. Мы передаем... Соответственно, если какое-то общество приходит и говорит, а мы хотим сами, без проблем, вот вам собираете там совет пайщиков, им доказываете, что мы хотим это забрать. Если вы их убедите, чтобы они вам продали или отдали, то не проблема. Я хочу, поэтому мы хотим уйти от понятия, вот, как бы, что мы собственники системы. Мы ее передаем, и дальше вот весь этот блок стандартной бухгалтерии, он используется совместно. Вы являетесь таким же собственником системы, как и ваш сосед, который сидит с вами на соседнем стуле. Просто-напросто вместо того, чтобы у вас как бы вот это мое, знаете, вот моя хата вот с краю, вот, я ничего не знаю, здесь вот нахожусь и так далее. Мы предлагаем вам объединиться и совместно этим всем пользоваться. А смысл, оно все равно ваше. Если у вас есть проблема, я вас уверяю, есть проблема вашего соседа, вы совместно придете и скажете, давайте ее решать. Проблема, она не бывает одна, просто когда у вас, ну как в семье, да, когда у вас семья большая, возникла проблема, вы все вместе собрались там, и все легко решать. Когда семья маленькая, и у вас возникла проблема, цена вопроса с одного человека, себестоимость решения проблемы, резко увеличивается. То же самое здесь. И мы никого никому не привязываем. И завтра, допустим, это общество говорит, мы хотим, чтобы дальше поддержкой занимался не фингарант, а там, не знаю, там, рога и копыта. Да ради бога. Ну, хорошо, окей, мы передаем доступ к этой базе, и дальше занимается рога и копыта. Мы тут в данной ситуации все понимаем, что это вопрос, ну, качества там наших услуг. Пока мы ее обслуживаем нормально, все окей. Начнем обслуживать плохо, забрали и передали, то есть и так далее. То есть, помните правильно, мы всего одно общество. Мы не вытянем... Фингарант там... такой же пайщик. Абсолютно но верно. Мы такой же пайщик и также платим за, условно, там, какую-то деньги за аренду софта, чтобы им пользоваться. Мы, нам это интересно. Еще раз говорю, мы заинтересованы, нам так проще, потому что сейчас содержание софта у нас выходит сумасшедшие деньги. Мы потому и хотим его передать, чтобы все могли пользоваться, будет всем дешевле. Дешевле, но паритетных, понимаете, условий не получается. Одно общество, один голос, все просто. 10 ПО, да, и у каждого 10 голосов. Одномоментно возникли какие-то проблемы. То, чью проблему будем решать? Я вам отвечаю. Смотрите, в чем разница. Мы говорим о типовом функционале. Если проблема возникла у одного общества в типовом функционале, она возникла у всех сразу. Если мы говорим про нетиповой функционал, не какой-то типовой, мы будем его делать вообще в отдельном куске. И там это будут отдельные разговоры и отдельные беседы. Понимаете? Мы говорим про типовой функционал. Он не может возникнуть у одного общества. Он возникает у всех. Если мне 10 обществ позвонили, я вас уверяю, что там будет максимум 2 проблемы, а скорее всего одна. У всех одна и та же. Я решаю ее, решаю всем. В том числе и себе, понимаете? Я услышала, спасибо.
Так что вы не переживайте, здесь наоборот, это вас, мало того, вот мы говорим там, вот допустим, вот я, мы сами ведем учет, у нас там программисты и так далее. Я вам скажу, вот я работал в компаниях очень больших, софтверных, я руководил проектами, я сам что-то писал, то есть я в принципе в разных ипостасях работал. Я вам скажу, нет ничего хуже, чем зависеть от программиста. Потому что когда у вас работает свой программист, и вы молитесь, чтобы, не дай бог, он никуда-то не ушел. А если он еще с мозгами, который реально понимает, что там происходит, вы понимаете, что у вас нет возможности платить ему зарплату, которую он, в принципе, может пойти на крупное предприятие, а у тех денег просто больше, они его просто купят. То есть, допустим, вы платите ему 50 тысяч, а он придет ему там за 150. Но вы не дадите ему столько денег, у вас такого бюджета нет. И вы понимаете, что все, вот что делать дальше, не знаю. Как бы начинаются как бы какие-то проблемы. Вот при условии того, что я понимаю там принципы и концепции бухгалтерского учета, никогда не держал бухгалтера на предприятии, всегда брал внешнюю бухгалтерию. Всегда. Это дешевле, проще и выгоднее. Потому что когда бухгалтер у них уволился, это мне все равно. Говорю, у тебя есть, ты деньги платеплачу, вам необходимо искать способы сдачи отчетности. Берите персонал, сами бегайте, мне все равно. Первичку я дал, дальше обеспечивайте. Многие как бы, предприятия очень крупные, там понятно, там есть вопрос там, безопасности, они его решают. Но вот пока объемы, как бы, это можно себе позволить, ну, это я говорю про бухгалтерию, то же самое по программистам. Не, разработка через внешних программистов выйдет дороже, одномоментно. Ну, во-первых, вы получите специалистов, которые внедряли разные модули, они могут многие блоки уже готовы использовать, вам это выйдет дешевле. Второй вопрос. У вас будет поддержка гарантированная, которую вы там, ну, будете платить там 10-20 тысяч рублей в месяц. Все равно это дешевле, чем держать своего программиста. И третий момент. Когда вы решите развить новый функционал, вы опять их привлекли, заплатили деньги, получили, и дальше этой системой пользуетесь. Но это я вам говорю как человек, который вот из этой области. И концепт вообще вот использования аутсорсинговых услуг, вот здесь все, что можно отдать на аутсорсинг, как бы я вот стараюсь всегда все отдавать. Я работал в одной крупной компании, металлургической. Так я был поражен на том, был завод, допустим, там 6 тысяч человек. Они оставили 1000 человек основного персонала, всех остальных передали на аутсорс. Мало того, это вышло, я считал, что в этот дом дороже вышло, потому что это отдельное предприятие, надо платить деньги. А в конце концов они от этого выиграли. Потому что он говорит этому предприятию, слушай, у тебя такие показатели, должен их выполнять. Не выполнишь, я тебе не доплачу за твои услуги. И они получили качество, потому что так они могут на них давить, и там персонал дальше, те же начальники цехов, они сами свой персонал добивают. Они сами думают, как деньги сэкономить. У них есть объем затрат, который они вынуждены выдерживать. А когда он находится в штате, ну он работает, как он работает, и все. Но это, опять, это моя концепция, с которой как бы, я понимаю. Я предлагаю вам сейчас просто в любом случае объединиться. Все равно это выйдет дешевле. По-любому выйдет дешевле. Вопрос безопасности, опять же, его проще решать комплексно. Когда мы понимаем, что есть там, ну, как бы какие-то точки, через которые ну, информация может быть слита. Мало того, у нас есть идея о том, что ну, там, как бы подключение внешних сервисов, то есть мы будем поднимать свои VPN-каналы. Вообще есть идея о том, чтобы вообще сделать свой VPN-сервис вот, для общества. То есть это тоже, ну, как бы, будет это как бы весь сделано. То есть не знаю когда, но мы ее сделаем. Вот сейчас сама безопасность она обеспечится, ну, во-первых, сервером защиты, ну и самим 1С. То есть в 1С просто так вот через веб-клиент вы его не сломаете, он не ломается. Это, ну, внешний веб-сервис, там нету доступа ни к чему, вы просто картинку получили, если вы пароли, логин и пароль не угадаете, вы туда не попадете. А все остальные каналы, там, и порты, они все закрыты. Это та причина, почему даже RDP давать не хотим. Мы можем давать RDP. Что? Ну, мы можем вам делать выгрузку ваших данных, понимаете? Ну. В определенном виде можно. Ну потому что. Он, которым вам будет нужно, можно. Сразу вам говорю. Потому что он начинает рассказывать, как программист программист. Я вам рассказываю технические. И возникают сложности понимания. Поэтому с точки зрения сохранности данных и более того, хранить их на своем компьютере, это будет организовано. То есть упадет всем, не упадет, но база, которая у вас была, она у вас продублирована. Вы ее можете поднять потом локально у себя. То есть мы документы, все, которые вы дали за день, мы будем вас, если вы хотите. Можно организовать процесс, чтобы все эти документы не будут вам какое-то локальное место, вы сможете сами их выгружать, даже мы для этого не нужны будем. Сами настройте, что вот мы хотим за день все документы, чтобы выгрузить, оно их вот каким-то боком выгрузит. Хоть каждую минуту выгружайте, то есть проблем нет. Ну каждую минуту они сервак положат, если будут так это делать. Да никто не будет.
Не, на всякий случай, мало ли, есть там Ежушка, вы понимаете. Ну, лучше не предлагать, согласен. То есть это ваш вопрос, но нажимаете кнопку, система выгружает вам всю необходимую вам информацию, ну, как копию, пожалуйста. То есть, еще раз, все данные являются вашей собственностью. Мы ни на что не претендуем ни в коем плане. Мы обеспечиваем защиту и как бы гарантируем, что кроме вас доступа к ней этой системе иметь не будет. Только не отдавайте никому пароль. Если вы отдаете свой пароль, то все равно я увижу, кто заходил, когда заходил, мы можем по SAP-шнику, с которого заходили. Я просто покажу, что это, ну, это не наша проблема, а ваша. Вот и все. В конце концов, можно будет сделать с колбэком через... Можно, ну, можно, можно, конечно. Ну, там и через смс-ку можно будет сделать. У нас есть система, отдельный модуль, который делает смс-рассылки и email-рассылки. То есть, если там на каком-то этапе станет вопрос, делайте мне смс-подтверждение без проблем. Подключаете оператора, настраиваем этот вход, это все вполне реально. Нет, по безопасности, естественно, будем решать в зависимости от той ситуации, в которой будем находиться. Правильно сказал Алексей. Если потребительское общество, RPO-софт, скажет о том, что мы хотим, чтобы это было вот таким образом, вот у нас есть там финансирование, мы скинули, давайте это все реализуем, мы это реализуем. Сейчас мы обеспечим безопасность на том уровне, который мы считаем достаточным, как специалисты. Вот мы считаем его достаточным. Если вы хотите более высокий уровень, не вопрос. Ставим задачу, определяем ее стоимость решения, предлагаем варианты, рассказываем плюсы и минусы. Приняли решение, что будем делать, реализовали, запустили, и вы это получаете. Не проблема. Удаленный сервер находится в России. Да, сервер находится в России, это принципиальный вопрос, чтобы потом не было каких-то проблем у кого. Мало того, серверов со временем будет несколько, но где-то будет все находиться, потому что одна база все равно это все не выдержит. Опять же, мы пошли по пути с одной стороны ставить решение, а с другой стороны, все-таки мы будем использовать все-таки несколько баз, скорее всего, мы лучше будем там тратить время на обновление, но это будет повышать, ну, безопасность. Вместо того, чтобы иметь один там безумно дорогой большой сервер, я предпочту, чтобы у нас было там 5-10, сколько нужно нам серверов, вот как бы с одной-двумя базами на каждом. Вот, это будет все равно лучше и качественнее работать. Обмен данными мы обеспечим, это наш вопрос. Там планов много. Вам раздали такие бумажки, в принципе, я, в общем-то, практически, ну, все, с кем мы там общались, я их всем высылал. Кем не общались, как бы вы это получили. Здесь, ну, как бы, опять же, это наше предложение на сегодняшний день по использованию этого софта. То есть у вас сверху вот идет, как бы, первоначальная сумма, ну, взноса в использованную систему. Исходя из этого, дальше высчитывается стоимость аренды софта. Вот, то есть, условно, сколько его месяц будет стоить использоваться. То есть, чем больше компания в обществе вносит денег, тем дешевле ему софт. Там, если есть две последние позиции, там 250 и 500 тысяч рублей, вы их не пугайтесь, это не базовые конфигурации, это предложение, которое мы делаем для каких-то очень крупных обществ, которые хотят какие-то блоки под себя дописывать. Допустим, к примеру, там, вот у нас нет стройки, мы ее там запланировали реализацию там, через 2 года. Мне приходят и говорят, мы готовы профинансировать блок по строительству. Вот, соответственно, мы принимаем от них эти деньги, дописываем это в общий софт, а им увеличиваем вот эту вот долю, на которую потом им насчитывается прибыль от использования софта сами. Но это справедливо. Если они оплатили это создание этого блока, они должны потом с него больше зарабатывать денег. Нормально. Наше предложение сейчас предварительно о том, что у нас будут, соответственно, примерно так, 3 денег. Идти на сопровождение, 3 денег на разработку, а 3 денег на, именно от аренды софта, вот от аренды, от услуг, все, что будет поступать, будут идти на выплату вознаграждения обществ. Из них половина будет идти пропорционально внесенным деньгам, а половина будет идти пропорционально использованию вот этих вот услуг. То есть, кто больше услуг использует, он получает там потом дополнительную, ну, бонус, как бы скидку. То есть, в общей сложности там, ну, это наше предложение первоначальное. То, с чего мы предлагаем начать, а в конце года, в декабре, сделаем очередное собрание пайщиков, посмотрим, что у нас там выходит, не выходит, и готовы пересматривать условия. Еще раз говорю, это совместно софт. Совместно принимаем решение, что делать. Да. Извините, пожалуйста, я забыла задать вопрос. А если есть уже существующий учет, как надо отдельно разговаривать, потому что надо смотреть, что переносить и как переносить. Не у всех такая ситуация. Нет, не у всех. Не у всех. Вот. А таких большинство. Кто ведет учет в 1С? По обществу. Видите, вы одна руку, а он еще вон, подняли руку. В 1С по обществу ведете учет? Вот, 2 общества. Видите? Большинство не ведут.
То есть, соответственно, там, ну, мы на эту тему уже думали, то есть надо просто сесть, поговорить о том, какой блок вам переносить. Там и два варианта. Либо мы вам показываем, допустим, конфигурацию, сами это переносите через систему, что там есть встроенные механизмы. Либо мы оговариваем там какой-то, допустим, там, ну, в разумных пределах там деньги, оговариваем, что дайте нам вашу конфигурацию, ну, как бы ваши данные, мы сами переносим. Это отдельный вопрос, который решается, поверьте. Один из вариантов введения через нулевой счет. Односторонней проводкой. Ну, есть варианты введения. Ну, и стандартные вещи. Ну, обычно, да, остатки вводят таким образом. Это по счетам. Есть понятие по контрагентам, есть понятие, потому что там необходимо ввести паевые взносы, паевые фонды. Потому что если обычно если только в денежном эквиваленте, у нас есть возможность ввести еще и материальные ценности, которыми были внесены эти паевые фонды. То есть можно видеть, допустим, сколько было деньгами внесено, сколько материальными ценностями. Для того, чтобы потом обеспечивать упрощенный возврат, чтобы гарантировать, допустим, если я внес имущество, чтобы я этому человеку именно имущество это и выдал назад. Я понимаю, но справочник каким образом будет? Это же самый больной вопрос, аналитик. Я вас уверяю. На текущий момент только у вас. Других нет такого вопроса. Я вас уверяю в одном. Все это стандартная операция, которая делается во всех случаях внедрения. И она решается. Всегда решается. Либо она решается вашими программистами, мы даем как, они сами думают, как это все перенести. Зачем, если я буду пользоваться вашим софтом? Так а зачем? Мы вам даем там админку, и вы сами можете данные закачивать. Если у вас есть свои спецы, зачем вам, условно говоря, там платить нам деньги отдельно за эту доп. Работу? Это доп. Работа, это не входит в стандартное обслуживание. Закачка данных. Вашим софтом лучше пользоваться с нуля. Нет, можно и так, и так. Еще раз.